Я отмечу, что для Дерябина это юбилейная 100-я игра в континентальной хоккейной лиге. Поехали, игра началась, первое выбрасывание за сочинцами остается. Моментально они вводят шайбу в чужую зону, можно попробовать даже убежать. И это гол! Спустя несколько секунд открывает счет Кирилл Петьков. 1-0. Я думаю, по этому шуму с трибун Минской арены многое понятно. Что за провалище в обороне у Минского Динамо? Пятый гол для Кирилла Петькова в этом чемпионате, пятое набранное очко. И мне кажется, он даже сам немного в шоке, насколько легко все получилось. Вроде бы параллельно катит соперник. Несмотря на то, что Петьков первый на шайбе, просто ему быть не должно. Но все получается ровно наоборот.